друзья, скорее. Можно я первый? Давайте, давайте, он занял очередь. Тренировки служебных собак и особенности кинологической службы. Ребята из Одинцовского центра дополнительного образования посетили Немчиновский отдел полиции и познакомились с работой криминалистов и кинологов. Также им провели экскурсию в музей полиции. Нам выпала удивительная возможность побывать в полицейском участке, познакомиться с профессией полицейской, с профессией кинолог. И я бы сказала, что это вот, знаете, для ребят очень важно, потому что это еще и своего рода профориентация. Ежедневно сотрудники полиции вместе со служебными собаками принимают участие в специальных рейдах, спасательных экспедициях и проверках. Но прежде чем поступить на службу, животные проходят тестирование. Обучение начинается с социализации и привыкания к кинологу. Мы это показываем для детей, чтобы они представляли себе, как работает полиция. И также, мало ли, кто-нибудь из детей захочет пойти в полицию. Мы будем только за. В этот день экскурсию посетили 50 учеников 4-х классов. Подобные акции проводят ежегодно во время летних каникул. Кроме того, ребят приглашают на различные производства и предприятия, чтобы на живом примере ознакомиться с профессиями и сделать свой выбор в будущем. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».